Усім привіт! Це програма «Я плюс ти». Щиро вітаю вас з новорічними святами. І нехай позитивного та святкового настрою додасть вам наша пара закоханих – Ірина та Ростислав. Скажіть, як ви познайомилися і як це було? Давайте розказуй, як да, ну, на самом деле, нас познакомили, можна сказати, друзі. Он отдыхал со своими друзьями в заведении, мы тоже пришли с девочками. Но сразу, честно сказать, мы не, ну, так, очень так, наверное... Мы переглянулись, да. Да, мы переглянулись. Друг друга, нет. Но я, наверное, знаете, подумала, что он такой очень ветреный, и, наверное, это не то. Вот, а он, ну, у него там все-то свое было в голове. Вот, а потом, через несколько недель, мы встретились снова. Нас общие друзья привели в одну компанию, мы там более уже разнакомились, и, наверное, в ту ночь мы поняли, что... Да, изначально я шел на свидание с другой девушкой, так сказать. Она забрала с собой подружку, и да, я потом правда. Уже в ходе этого свидания понял, что мне больше интересно не тот человек, с которым я шел, ну и назначил встречу, а ее подружка. Вот. Ну и я так понял уже, когда уже вечер, там наше свидание затянулось немного, и мы уже там более такой ну, интимной да. обстановке там уже поняли, что... Да, и тут мы, ну, мы обменялись номерами телефонов, утром мы списались, вечером встретились, ну и все, и с того дня мы вместе. Где-то буквально через 4 месяца мы решили жить вместе, ну, мы съездили на отдых. Поняли, что мы, типа, по быту вообще без да, проблем сходимся, да. Вот, и по возвращению я уехала на гастроли тогда на месяц, и уже там мы договаривались, что будем искать... Да, сильно соскучились, да. И после того, как мы отдыхали вместе, вот. Как-то привыкли, даже когда приехали после отдыха по домам, там, я к своим родителям, уже она, да, то. Уже, да. Мы начинали снимать там квартиры, ну, как-то там на выходных. Вместе провести время, а потом у нее были гастроли, так сказать, она улетала, и вот эта разлука сподвигла нас, ну, на то, чтобы она приехала, и уже мы заехали в какое-то общее жилье. Ну, так и случилось. Расскажи, чем вы занимаетесь? Я артистка балета, я танцую, танцы — это моя жизнь, вот так вот, поэтому у меня все связано с танцами сейчас. Тобто ти часто бувала в переїздах? Раніше, да. Раніше я работала в театрі теней. У мене раніше було дуже багато гастролей. Вот. Ну, так сложились обстоятельства, там я вже не работаю, а сейчас вот я в местном коллективе танцую. Ну, у мене, наверно, связано все с автомобилями. Раніше я занимался, пригонял их, там, растамаживал, а сейчас сконцентрировался, скажем так, более на обслуживании. У меня свое СТО, вот, шиномонтаж. Ну, займаюся цим, чим, в принципі, і хотів займатися. Добре, мене цікавить, як ви проводите час разом? Куди ви ходите? Які місця відвідуєте? На самом деле, ми така пара, ми можемо сидіти вдома ночью, там, часов в 10-11, сорватися, поїхати кататися куди-то просто по городу. Макдональдс, Макдрайв, замороженим. Да, замороженим, вот. А так, в основном, ну, Ростик очень много времени проводит на работе. Ну, вот, действительно, очень, потому что это его дело, он этим горит. Вот, поэтому, в основном, он очень устает. Я пытаюсь входить в это положение, поэтому... Пытается, да. Поэтому мы можем, не знаю, там, вкусно покушать, смотреть дома фильмы, либо же пойти в кино, встретиться с друзьями. Мы тоже очень любим. Мы любим приглашать гостей к себе и ходить в гости. Ну, вот как-то в такой домашней атмосфере. Как мне известно, у вас есть домашний улюбленець. Да, это не просто... Как его звати? Это Бакс. У нас щеночек, ему 6 месяцев, шицу порода.
Мы просто от него без ума. Ну, мы... да, это щеночек, это такие даже... будильник. Это не собака, это как будильник, он спит с нами. Он его невозможно выгнать, он просто ложится сверху на подушку, на мою. И так мило ложится, да, мило его ложится. Потом рука не поднимается, согнать или, ну, как-то... Вот он очень класний. Добре, а що, на вашу думку, найголовніше у стосунках? Як ви вважаєте? Взаємопонімання. Или довірення. Довірення, наверное. Да, довірення, взаємопонімання і вірність, я ще добавлю. І терпіння. З роботи ждати. У вас, напевно, були якісь смішні історії вашого життя. Якщо вони такі є, розкажіть. Про них було б дуже цікаво дізнатися. Якщо чесно, можна я начну? Все так не вспомниш. Це разве що кожен місяць є якісь там. А давай, кстати, з останніх. Кстати, історія зв'язана з нашим домашнім любимцем. 1 января після Нового року, зрозуміло, що всі гуляли довго. Вот, ми проснулись від того, що Бакс вже по нам просто гуляв. Я говорю: "Росик, пожалуйста, покорми собаку". Он пошел, достал корм, поставил его мисочку, насыпал корма. И тут я просыпаюсь от того, что такое бабах и мелкое такое ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я открываю глаза. Это 1 января, что ты хотела? А он случайно уронил мисочку с кормом собаки. В итоге весь корм, Бакс ел вот так вот по всей кухне. И Бакс это я поел с пола. Ну какая разница, с мисочки или с этого? Ну не, у нас ситуации связаны в основном это с собакой, потому что от нее не ожидаешь, она там такие надо... Слушай, я еще вторую вспомнила. Каждый день она удивляет, и между собой... Да много историй смешных. Нет, я хочу рассказать. У нас Ростик, он в основном он не готовит. Кухня, он не подходит. Смешные истории только от моих рук. Да. Вот, и я как-то попросила, буквально, по-моему, неделю назад, я попросила сделать его кофе. Я что-то была в ванной, бегаю, такие пишу всех с утра. Я захожу в кухню, и Ростик закипятил чайник и насыпает воду. Не, я поставил, в ванну у нас такие же прозрачные чашки. Я поставил чашку, поставил, получается, она такая же похожая прозрачная для кофе. И я взял чай, и чайник, кстати, прозрачный. Я наливаю. И всегда, когда наливаю, получается, пар, было пару раз моментов, когда я... Не оправдывайся. Он мог обжечь руку. И я смотрел на этот пар и завтыкал, и налил не это, а налил банку с кофе. Ну я ее спас, пару ложечек отгреб, вот такой кофе до сих пор пьем. Так что хватит уже меня тут это. Класс. Добре, останнє питання. Охарактеризуйте трьома словами слово «кохання». Нам надо по слову, каждый по три или вдвоем, да? Может, вам зручно, может, одно? Для меня это такие безумные чувства, это верность и понимание. Ну, да, понимание. Любовь, буря, безумие, да? Пусть да. Будет, как в песне. Добре, молодцы. Так, теперь пограем в игру. Я ставлю 15 запитань, на які ви повинні відповісти. Якщо ви не відповідаєте на ці запитання, тоді виконуєте фан-завдання. Тож ви готові? Так, добре. З кого перше почнемо? Давай з тебе. Давайте. Звичайно. З хлопців. Назви улюблений жанр музиці Ірини. Ми оба меломани, я думаю, тут нету якогось определеного жанру. Тож меломан, просто. Окей. Що твоя кохана полюбляє готувати на вечерю? На вечерю? Так, ну це какое-нибудь м'ясо, картошка, то есть что-то вот такое вот ми любимо з нею. Правильно? Добре. Який колір найбільше їй до вподоби? Красний. Її перша думка, коли вона побачила тебе? Ой, какой симпатичный мальчик. Я говорила сегодня, но ты не понимаешь. Первая мысль, когда ты меня увидела, какой я? Да. А, как это, ветреный, непостоянный, там какое-то такое. Але близько. Добре. А, ну симпатичный, красивый? Ну ладно, хорошо, пусть будет так. В яку країну Ірина хотіла поїхати? В ближайшее время она брендит Таиландом, Пхукет. А что ты мне сейчас отвечаешь? Это же должна интрига быть. Добре. Поехали далее. Остання книга, яку вона прочитала? Ой,
И я даже не знаю, кто это, но какая-то помню ассоциацию. Ты мне рассказывала, подожди, Анна Седокова. А, как песня ее, Шантаран, да, что-то такое. Ну, ты мне всегда про нее рассказывала, но я... На самом деле ты молодец, да, вот он у него ассоциации. Мне не важно знать, что там за книга, просто я как бы так интересовался, да. Назви улюблену цифру. 5. Добре. Хобби Ірини. Хобби? Хобби. То есть это непосредственно сейчас хобби ее или... Да у нее нет, зараз, наверное, хобби. Танцы. Это и хобби, и работа. Окей. Улюблені місця в Чернігові. Ну, ми любили по валу погуляти. Для прогулок или там... Взагалі, ну, для прогулок. Взагалі. Вал, центр. А если не прогулки? А, там, где отдыхать, заведение. Давай подсказывай мне, что ты мне не... Я уже так. Ладно, ну, будет вал, нет. Ну, ладно. Все? Подумал? Добре. Найсмачніша страва Ірини. Которую делает она? Или которую делаю я? А, суши, конечно, как это я сразу не... Добре. Назви місце, де ви познайомились. Именно место, где мы познакомились. Ну, как бы место так себе, дикая кошка, но... Да, дикая кошка, караоке. Добре. Як звати її найліпшу подругу? Настя. Вибери кава або зелений чай. Кава. Кому вона дзвонила востаннє? За сьогодні? Коли останній дзвінок? Так. Так, зараз. Вспомним. Це була мама. Теща моя. Добре. Який одяг полюбляє носити? Класичний, кежуал або спортивний? Навірно, кежуал все-таки. Добре. Ростислав відповів чудово. Подивимось, як відповість Ірина. Тепер твоя черга, Ірина. Добре. Ти готова? Так. Тож, поїхали. На що Ростислав вперше звернув увагу, коли ви познайомились? Навірне, на... Может, волосы? Наверное, на волосы. Где твой коханый проводит час после обеда? На СТО у себя. Добре. Его дитяча мрія? Наверное, стать футболистом он хотел в детстве. Друзі Ростислава? Саша. Ну, типа, друзі Саша, Андрей. Будь бо Саша Андрій. Добре. Останній фільм, який ви дивились разом? Останній фільм? Вчора смотрели. А, ми смотрели вчора ми смотрели... Це було щось із... А, ми вчора смотрели Дедпул, першу і вторую часть. Добре. Його улюблена марка машини? Volkswagen, може, Audi, мабуть. Да. Улюблене місце відпочинку? Это снова, типа, это заведение или... Ладно, сейчас. Не сам не помнишь, либо. Слушай, ну пусть будет вал. Да, пусть будет вал. Окей, добре. Країна, в яку б хотів відвідати Ростислав? Ростислав хотел бы, кажется, поехать... А, он хотел бы, наверное, поехать в США, в Америку, он хотел бы. Угу. А, да. Добре. Точно. Чи важко йому вдавалися перші кроки в роботі? Ну, да, не буває нічого такого, ну, вот, нічого легко не дається, поэтому да, однозначно да. Добре. Остання книга, яку він прочитав? Тут теж ключа асоціації. Мне кажется, это было что-то типа связанное с деньгами. И это была, кажется,
недавно. И мы потом еще обсуждали, и ты мне советовал. По-моему, это этот бедный папа, богатый папа, что ли? Последняя была? Мне кажется, ну пусть она будет. Так, улюблена его музыкальная группа? У него нет любимого музыкального группа. Добре, останні три цифри его номера телефона. Сейчас. 291. Молодець. Скільки часу ображається на тебе він? Якщо ображається. Так, а він... Ну, типа, у нас нету такого, типа, що от прямо, напевно, типа, якщо часу, то, ну, немного, типа, ну, мало. Мало, да. Ну, мало, я не знаю. О котрій годині твій коханий повертається з роботи? Ну, то типа не раньше 9-8-10, ну он поздно приходит. Є таке. Улюблений його колір. Так. Мне кажется, что это или белый, или может быть жовтий. Короче, или белый, или жовтий. Вот так. Молодець. Ірина дуже добре знає свого коханого. Неперевершений результат. Ви молодці. Ви відповіли майже на всі запитання. Це було неперевершено. Але в мене для вас є фан-завдання. Тож, приймайте. Даю вам ще шанс. Вони дуже легкі. Ростислава, тобі особливе фан-завдання, тому що так, тому що ти знаєш, у нас були свята. Можеш прочитати голос, що там в тебе. Розкажи яку щедрівку або колядку. Якщо ти знаєш. Я знаю такі щедрівки, колядки, бо на камеру не взяє того. Треба ще спомнити якусь, треба більше... Ти згадуй. Да, поки прочитає. Мене охарактеризують трьома словами слово «щастя». Дуже легке. Да. Ну, на самом деле... На самом деле, счастье для меня – это в первую очередь здоровье моих всех близких и непосредственно мое. Потом душевное состояние, такое поднесенное. Вот. И третье – это, наверное, а пусть будет материальное состояние, это никуда без этого. Угу. Класс, супер. А тепер Стивен. Так, ну... Якщо ти знаєш якісь смішні колядки або щедрівки, або щось таке, можеш розповісти нам? Ні, ти... Свята пройшли? Да, задання все одно не вказано. Будь-яку, правильно? Будь-яку, не обов'язково це буде смішно. Колядка, так колядка. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом поляниця, а без меду не така, дайте тітку, п'я така. Ну і закінчимо, тому що там рублі бумажні і так далі. Дякую, що завітали до нас. Мені було дуже приємно з вами познайомитись. Що можете побажати взагалі нашим глядачам, які будуть вас дивитись? Хотім пожелати, приходите всі на таку передачу, на самом деле, интересно пообщаться, узнати друг друга. Да, мне кажется, знаем ли мы вообще друг друга, да. Это здорово, ответить на вопросы, и, ну, это классно. Поэтому да, мы и советуем. Поддержим местное телевидение, да, так, на правах рекламы, там, все договоримся. Класс. Вот, да, спасибо. Да, вам спасибо Заряд за приглашение. Зарядно целый день, да, просто все, да. Я полетел работать.